безотвальная обработка таким комбинированным агрегатом, как топ-даун. Там получается впереди две батареи или два ряда активных дисков, которые измельчают солому или немного ее перемешивают с землей, затем идут уже в шахматном, наверное, порядке несколько рядов лап, которые работают не сплошным методом, а нарезают борозды, как бы ломая почву. Потому что если, к примеру, вскрыть этот слой почвы, то в целом можно будет увидеть эти полосы. Но в то же время на эти лапы можно ставить и стрелки, но у нас мы стрелки не ставим, потому что мы в целом его используем как чизель. И затем уже идут ромашки, которые выравнивают эти борозды, чтобы когда будут проходить катки, катки не прижимали какой-то определенные слои земли, они уже были прижимали, может быть, распределенные более-менее правильно. Вот эти вот как раз ромашки, они ромашки как раз распределяют равномерно именно вот эти борозды, которые остаются.